Я тут недавно летела в самолете долго, а сзади меня два человека разговаривали громко, обсуждали. Ну, то есть я была я вообще каждый раз веселюсь, конечно, когда люди в самолете обсуждают какие-то интимные вещи, они думают, что они вдвоем, но там полно народа вообще-то вокруг. Я стала просто невольным свидетелем их разговора и поразилась. Мне прям стало интересно обернуться и на них посмотреть. Потому что они разговаривали примерно так. Ну, вот ты понимаешь, там вот там такая ситуация. А что ты по этому поводу чувствуешь? А ты к психотерапевту носил это? Да, ага, вот. Мне прям стало интересно, что же за люди такие, которые первый вопрос задают, что ты по этому поводу чувствуешь? Осознаешь ли ты что-то там, что-то в той степени своей ответственности? Носил ли ты это к психотерапевту? Мне стало просто дико, а по голосу непонятно, какого возраста люди. Я обернулась и увидела, что это два очень молодых человека сидят. Они, конечно, могли оказаться моими коллегами-психологами, но это не обязательно. Я подумала, что мы наконец-то вырастили, мы с вами вырастили то поколение, которое так мыслит, это правда, я соглашусь с вами. То, чего не умели мы.